Всем привет! Сегодня я шью вот такого вот дракончика из вот этого оранжевого фетра в качестве ёлочной игрушки. Я вот тут уже немножко прошила, сейчас будем делать дальше. Вырезала я это из вот такой выкройки, которую нашла в интернете. Начала прошивать с хвоста и оставила вот тут вот место для набивки. Соответственно, здесь две части, чтобы было так.